Всюди буйно квітне черемшина, мов на шльому гралася калина. Вівчила садочку, Эдуард, это где это ты так нализался, что тебя носит от стены к стене? Да не от стены к стене, Вась, а справа направо. А что ж ты такое пил, а? Надо было, наверное, первачку бабахнуть, чтоб так носило. Какого первачку? С утра маковой росинки во рту не было. Ты лучше вот сюда посмотри. О! Так что ж ты оба правых купил? Не купил, Вася, а нашел. Утилизированные. Как утилизированные? Вот так, очень просто. На свалке завода резиновых изделий мир каучука. Свалка завода резиновых изделий мир каучука? Вася, чего там только нету. Чего? Всевозможные резиновые изделия. Все новое. Так. Отходы от импортных товаров. Сапоги резиновые только на правую ногу. Ну да. Автопокрышки только левые. Тапочки вьетнамки, но эти на обе ноги. Ну да. Пробки для раковин, смертельно ядовитые садовые шланги, пляжные матрасы и целая куча этих, как его, о, презервативов. Вася, тут все здоровые и рвутся. О, еще смотри, что у меня есть. О, а, дубинка, ну как? Ну что, Вася, ну не стоит, технологический брак. Ну так, а зачем же ты ее взял? Зачем, зачем, зачем? Летом буду мух бить. О! Ага, ты послушай. Они летом портрет моей тещи обсидели. Так я теперь стал их уважать. А зачем их бить? Ну, тоже правильно. А это что? Ты аккуратно, Вася. С этим нужно обращаться очень осторожно. Это экстра-мега-клей супер-влип. Представляешь, что будет, если этим клеем склеить задницу твоей тещи? Слышишь, сосед? Ну. Дай одну баночку. Да на, Вась, для хорошего человека ничего не жалко. Да. Привет, теща. А где находится этот мир каучука? А вот смотри. Проскочишь проспект Консенсуса, так. Следи за рукой. Так. Дальше налево в Демократический переулок, дальше потом направо в промышленный тупик, и с левой стороны будет площадь Последней Надежды. А справа там уже покосившиеся трубы и забор. Усек? Класс. Василий, а что это вы так обрезинили? Это мой бизнес, Славик. Резиновые игрушки. Вот так, Вячеслав Федорович. Понимаю. Резиновые игрушки для взрослых. А чего только для взрослых? Развлечения должны быть доступны всем. А деньги я буду сгребать, Слава. Слева и справа, весь летний сезон. А. И что, ничего противозаконного? Ты бестолочь. Не знаю. А ну, так, становись. А. Берем клей. Так. Так. Берем резину. Главное гениальное воображение. Так. И готово. Что готово? Как? Как это что? Это. Что это? Игрушка, ё-моё, такая. Сыгаля воду. От меня нужно, тварюка.
Самое важное – это хорошо подготовленное рабочее место. Употребление алкоголя на производстве грозит смертью или длительной инвалидностью. Ну, кто бы мне об этом говорил? Хорошо. Слушайте, Екатерина Львовна, значит, вы надуваете, я слушаю. Ну, иду себе на здоровье. Да вы не так поняли. Это вы, мама, дуете, а я слушаю внимательно и устраняю все дыры. Что? Вот. Молчите и подайте лучше пиво. Негодяй! Негодяй! Что здесь опять происходит? Помогите! Этот негодяй ко мне клеится! Как это клеится, мама? К тебе! А ну! Что это за свинство? Ну, отпусти мою маму! Отпусти меня! И меня! Большой степень извращения. А ты не умничай. И помоги маме подняться. Я немедленно требую развода. Господи, мама, что это? Клей, клей. Супер клей. Боже, это лысый. Лысый, ты же внизу? Все, бегу. Да отвалите, наконец. Да отклейтесь вы от меня. Тотя, я считаю, что этот парень тебе не подходит. Идите вы нафиг. Я его люблю, и мне ваши приколы по барабану. Ну, Вася, выходи. А вот пиво, бабуля, отдайте. Никогда бы не поверил, что они так сильно связаны между собой. Степаныч, да это же одна семья. Разом нас бату, нас не подола ти. Разом нас бату, нас не подола ти. Ху-ху! Сюда, давай, сюда. Есть! У Шурина на стройке взял за пол-литра чистый кислород. Так, иди готовься. Так, что, где у нас это клапан? А, вот. Так, это... Так, значит, камера, это сапог, аппликация. Так, эта аппликация немножко помятая, сойдет. Давай-давай, клею немножко. Так. Но прежде всего, моя гениальная идея и результат. Производство пляжных и купальных игрушек Василий и компания. О, здрасте. А должна была называться Галина. Ну, пусть будет Галина. Значит, дети на пляжах, всех пляжах Европы скупают все весь товар, вынимая у своих родителей деньги из кармана за 3 секунды. Но самое важное – хорошая реклама, которая, как вы знаете, является двигателем торговли.
Так. Ну что? Так. Непрухи, готовы? Да! Да! Готовы! Да! Где ваша камера? Давай его. О! Послушайся моего доброго совета и купи себе вот этот круг. Фирма Василий Компания предлагает широчайший ассортимент. Стоп. Стоп, камера. Что делает на площадке баба Катя? А я тоже хочу на пляж. Зачем вы заперли меня? Комнате. Не мешайте на съемочной площадке. Указывайте отсюда. Мамочка, ну я прошу тебя, не мешай. Ну подожди немножко. А за это я тебе куплю айфон. А мне не нужен айфон, у него плохая камера. Я хочу на пляж. Я хочу на пляж. Фирма Василий. А должна называться Галина. И оп. И вот это, ё-моё, камера! А теперь вуаля, ё-моё! А я хочу на море! А я хочу на море! А я... Мама! Что? Что, бляха-муха, происходит? Ё-моё! Шурин перепутал. Это баллон с гелием. Мама, слезайте немедленно. Вы мне, чтоб вам неладно было, испортите всю мою коммерческую карьеру. Мама, а ну, слезай! Да идите вы в баню. Я отправляюсь в теплые края. Навсегда. Первым классом. Я не понял, мне это тоже снимать? Да снимай, бля, что хочешь. Снимайте, снимайте. Отправим на кумед наше домашнее видео. Василий Петрович, что здесь происходит? А что здесь должно происходить? Снимаем, ё-моё. Рекламный ролик. Вы мне здесь зубы не заговаривайте со своей семьей и с соседями в голом виде. То есть вы решили снять порнофильм и снимаете рекламный ролик к нему? Если ваша дочь там снималась, я его, пожалуй, приобрету. Вы здесь не умничай ты! А говорите, что принесли? Для вашей мамы специальную пенсию. Я так думаю, что в пенсионном фонде кто-то сошел с ума. Иначе с чего бы это вашей маме начислили такую кучу денег? Господи, сколько денег? Где получатель? Мамочка временно отсутствует, но за нее с удовольствием распишусь я. Нет! Нет, ни в коем случае! Не отдавайте ему, Степан Степанович, я сейчас спущусь. Бляха-муха! Отдай, тварюка! Никогда в жизни! Улетайте, мамочка, улетайте. В теплые края. Славик, уходим, уезжаем на море. Я готов! Интересно, а что ж будет с фирмой Василий и компания? А? С сегодняшнего дня она... Галина. Ну, Василий Петрович, я без расписки о получении не могу, это нечестно. Давайте поделимся этим и разбежимся по теплым краям. Степан Степанович, я только получатель, а расписываются
наверху. Ты у меня еще попадешься, тварюка. И быстрее, чем ты думаешь, я до тебя доберусь, пенсионер. Доберусь. Я вам пришлю открытку цветную. Папа, папа, забери меня с собой на Красное море. Отвали, пацан. Даже не знаю, мой ли. Если на Земле есть рай, то он находится на Азовском море. На сказочных пляжах можно забыть обо всех проблемах. Тысячи наших соотечественников посещают летом эту лагуну сказочных наслаждений. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о вашем отдыхе. Нравится ли вам здесь? Море дерьмо. Питание дрянь. О сервисе я вообще молчу. Но одно хорошо. Сетька моего тут нет. А значит, отдых удался. Нет, ну ты это вот слышал? Ты это слышала? Да слышала, слышала. Я хочу что-то ему передать. Ну что? Что он нам не может передать? Дулю во весь экран тыцнет. Вася, слышишь? Там у меня в комнате под матрасом заначка лежит. Скажи Галине, пусть она купит тебе пиво. А то вдруг ты до моего приезда не доживешь. Это у меня золотая теща. Золотая. Галина. Шо? Выключи телевизор, а то она мне все-таки в конце концов дулю тыцнет.